Спонсор программы – компания электроцентра «Наладка». Ну что, дорогая, давай начнем. С чего? Ну давай для начала поздравим всех с Новым годом. С Новым годом, с Новым годом. Нервновато будет. Ну подожди, а вот наш премьер Дмитрий Анатольевич Медведев, он нас 9 декабря поздравил всех с Новым годом, а еще сказал, все будет хорошо. А он не сказал, когда будет хорошо и у кого? И вообще, ты не знаешь, от чего он так спешил? Может быть, у него уже не будет больше шанса обратиться к народу? Страшные вещи ты говоришь, однако. Это только предположение. Ну ладно, давай все-таки начнем. Знаешь, как в моей любимой цитате, у Генри Морш и Плотник обсуждали повестку дня. Говорили, потолкуем о многих вещах. О башмаках, о королях и капусте, о сергучных печатях. Так вот, мы не будем говорить о королях и капусте. Мы не будем говорить о кораблях и башмаках. Мы не будем говорить об общественной палатке. И не будем говорить даже о гражданском форуме, хотя там было очень смешно. Но набило это оскомина. Жаль. Они, между прочим, там стихи читали, как на утреннике в детском саду. На табуреточку вставали? Зачем? Ну как, вот маленький ребеночек, да, маленький, он когда выучит первый стишок, собирает всех родственников, дитя ставит на табурет, и дитя с табурета начинает. Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. Да нет, они почему-то там все больше Лермонтова читали. Лермонтова? «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ». Круто. Вообще, «Немытая Россия» – это отличное название для новой партии. Или «Умытая Россия». Хватит тебе. Они, конечно же, там другое читали из Лермонтова. Но ты, между прочим, так и не сказал, о чем мы все-таки будем говорить. А сегодня мы поговорим о науке и технике. Ой, ты знаешь, я в технике не очень. Я все больше по дизайну штор. Это я знаю, да. Но вот тут дело такое. Глава Ростехнологий Сергей Чемизов пришел к Владимиру Путину и рассказал ему об очень многих российских технических новинках. Например, о том, что изобретен КАМАЗ без водителя. Ой, они и с водителями каждую неделю на Симбирской аварии устраивают. Ну ладно, не будем о КАМАЗе. Зато вот, например, изобретен датчик здоровья. Ты надеваешь его на руку, ну, типа такой браслет, вот, он передает сведения о твоем здоровье в районную поликлинику. А там врач смотрит на монитор участковый. Если видишь, что тебе плохо, звонит скоро, говорит, приезжайте по такому-то адресу. А если врач в этот самый момент оформляет документы, а они все время этим занимаются, то что делать? Что? А я вот, например, читала, что американцы изобрели специальный бинт с лекарствами и датчиками. То есть если датчики фиксируют, что состояние твоего здоровья ухудшилось, то бинт сам впрыскивает в организм лекарства. Ну, хватит. Во-первых, хвалить американское – это не патриотично. Раз. Больной может и подождать. Это два. И вообще не надо об этом. Это три. Так вот, ты слушай. Еще Чемизов доложил Путину, что изобретен шифратор для речи чиновников. Зачем? Их и так никто не понимает. Нет, Лен, вот слушай. Вот, например, глава Турковского района звонит в Самойловку или там в Романовку и рассказывает какие-то важные вещи. А где-нибудь в Буераке притаился пеленгатор ЦРУ. И чё? Так американцы все тайны узнают. А они есть эти тайны в Турках или Романовке? В Турках, Лена, категорически говорю, есть все. Понимаешь? В том числе и тайны. Или вот смотри, турковские тайны, интересно. Или вот смотри, мой любимый герой нынешний, глава Татического района Павел Сурков, выступая перед молодежью, сказал примерно так. На общем фоне алкоголизмом не выделишься. Прекрасно. И главное, правильно. Вот если все пьют, а ты нет, вот как раз в этих случаях и возникают неизбежные вопросы. Ты что, заболел? А может быть, ты закодировался? Ну, это конечно, но был бы у господина Суркова шифратор, то собравшиеся бы услышали примерно следующее. Молодежь района, как один человек, должна сплотиться вокруг администрации. Только кроме шифратора нужен еще и расшифратор. Господи, что это? Дешифратор? Еще скажи дегенератор.
может быть, и дегенератор. Неважно. Главное, нужен такой приборчик, чтобы речи начальника становились понятными народу. Вот, например, наш любимый губернатор недавно сказал: поставлена мощная точка по году дорог. Такого отношения к дорогам у нас еще не было. И это только начало. Вот о чем он? Пора пугаться или еще нет? Ой, Господи, Виктор Степанович Черномырдин в таких случаях оговаривал. Никогда не было, и вот опять. Так дороги-то будут? Непонятно. Вот я и настаиваю, что все-таки нужен дешифратор. Хорошо. Вот посмотри, опять же наш любимый губернатор говорит. Существует уверенность, что Конституция – это реальный щит. В соцсетях издеваются. Реалшит. Негодяй. Но существует, продолжил губернатор, исторический парадокс. Конституция защищает наше внутреннее мироустройство, а мы защищаем ее основу. Потому что, к сожалению, возникают ситуации, которые требуют от всех нас справедливой ярости против угроз, разрушений и катастроф. Господи. Вот что он хотел сказать. А был бы приборчик, мы бы все поняли. Кстати, а дорогой он этот приборчик? Ох, подожди, я сейчас сначала осмыслю эти слова. Ярость благородная против катастроф. Наша ярость и разрушение. Наша и ярость. Нам нужен реал-щит. Да, наша щит. Ярость против землетрясения или против цунами. А по поводу цены на приборчик Владимир Владимирович тоже господина Чемизова спросил, сколько стоит, братан? А Чемизов его говорит, Владимир Владимирович, 150-200 долларов. И тут Путин так строго посмотрел на него и говорит, товарищ Чемизов, мы в России живем. Чемизов намек понял и тут же пересчитал, говорит, 12-15 тысяч рублях, в смысле. Что, и не так дорого, между прочим. Может, домой купить? Нет, ты на другое внимание не обратила. Согласно пересчету Чемизова, доллар стоит 75 рублей. Кажется, он что-то знает. Не иначе. Сейчас, Лен, время такое, что вообще все и все знают. Вот смотри, кремлевский байкер, да, этот хирург Золотостанов, мне прям, вот как я услышал это сочетание, мне сразу Гребенщиков вспоминается. Сползает по крыше старик Золотостанов. Ну ладно, я серьезно. Так вот, товарищ Золотостанов проявил себя крупным стратегом. По поводу забастовки дальнобойщиков он сказал следующее, я процитирую. Возможно, введение Платона несправедливо. Однако сейчас вся страна несет гигантские потери. Ну, он имеет в виду, что ему на грантов дали 300 миллионов. Поэтому необходимо потерпеть и даже проявить героизм. А вот теперь открытие. Нам предстоят нелегкие времена. Не исключено, что будет вторая индустриализация. А второй коллективизации не будет, не знаешь? А то я от своих прабабушек, они такого наслушалась. Ты, бабушка, поменьше слушай. Ты давай работай. А я что делаю? Ну, не знаю. Дело в том, что вот вице-премьер Ольга Голодец сказала, что молодые женщины должны стать, я сразу не выучил, самой производительной частью трудового потенциала. Ты производительная часть трудового потенциала. Вот ты думаешь, что только что сказал мне комплимент? Да? Нет. Лен, дорогая, это не я, это Голодец. Все вопросы к ней. Ты знаешь, у меня такое впечатление, что вся страна включилась в какой-то огромный Петросян-шоу. Ну или КВН-шоу. Хотя сейчас это одно и то же. Все говорят такое, что впору составлять рейтинги лучших юмористов и тебя туда включить. Ну ладно, первое место я не займу. Вот. Только шутки-то сейчас все, знаешь, в стиле хоть плачь, хоть смейся, хоть стой, хоть падай. Вот недавно, как пишут, Министерство спорта предложило, чтобы спортсмены-шашисты, ну, перед игрой сдавали нормы по бегу и подтягиванию. Наверное, в рамках ГТО. Ну, правильно. А шахматисты пусть штанги тягают. А ты знаешь, они все такие ботаники. Вот, Лен, ты про рейтинг юмористов говоришь, да? Угу. Вот никогда я там первое место не займу. Потому что в декабре, например, на первом месте прочно Олег Сафонов, глава Ростуризма, ну, недавний владелец двух вилл в Сейшельских островах в Индийском океане. Это. Так вот, этот господин Сафонов заявил, что отдых у теплого моря
это навязанный в последние годы россиянам стереотип, что наши предки прекрасно проводили свободное время во врагах, в лесах, в полях. Ага, и весь интернет неделю прикалывался, что есть, например, приготовленную пищу, это навязанные стереотипы, потому что наши предки ели сырое мясо, или вот мыться, например, тоже навязанный стереотип. А самые дальние предки ходили на четырех костях. Кстати, о стереотипах. Я вот специально для тебя и других прекрасных женщин, наиболее производительной части нашего трудового потенциала, подобрал отличную цитату. Это сенатор от Томской, по-моему, области, Юрий Чернышов, призывает отказаться еще от одного стереотипа. Вот послушай. Без импортной губной помады женщины вполне могут обойтись. Мужчины любят естественности. Ну, уж если очень хочется накрасить губы, продолжает товарищ Чернышов, пожалуйста, есть свекла, натуральная. Никакая химия в рот не попадет. Да и в нижнем белье, это опять же он, московской фабрики, наши женщины выглядят краше, чем во французском. Вот раз ты в рейтинге юмористов участвуешь, передай вот этому серьезному товарищу, пусть жене своей ритузы подарит, а дочери, если она у него есть, ну, вместо набора «Шанель», пусть прикупит кило свеклы. Слушай, круто, сильно, молодец. Знаешь, я все время думаю, есть ли какой-нибудь безопасный для их здоровья способ залезть этим людям в голову и узнать, посмотреть, что же там лежит. Как-то жена писателя Юрия Олеша сказала ему, ты знаешь, мне в голову пришла одна мысль. И Олеж моментально откликнулся. И не страшно в этом пустом и темном помещении? Мерзавец какой. А наш губернатор Олешу, Алешей называл. Для простоты, наверное. Или из нежности. Ой, ну до губернатора мы еще дойдем. А пока же, Лена, внимание, страшная новость. Ой, любишь ты меня пугать. Ну, Лен, новость действительно страшная. В Калининградской области сотрудники Россельхоз или потреб бог знает чего надзора задержали партию спермы от датского хряка, потому что 27 партий этой спермы не было как следует оформлено в документах. Слушай, а как ее добывают, эту сперму хряка? Лен. Ой, я поняла. Бедные свинки. Да и хряка тоже жалко, ты знаешь. Ну, давай теперь поговорим о губернаторе. Прямо от хряка и к губернатору? А что тут такого? Ой, ну давай лучше поговорим о его благородной инициативе отказаться от платного пиара, а все деньги отдать бедным. Хрякам. На хряке-то ладно, денег не увидеть. А вообще, ты понимаешь, предложение хорошее, но есть засада. Вот мы начинаем говорить, какой Валерий Васильевич Радаев, подчеркиваем, да, молодец. В это время, посмотрев передачу, какой-нибудь член из общественной палаты пишет донос, они умеют это делать, вот, о том, что мы пиарим губернатора. Начинаются проверки туда-сюда, и по новому закону Валерий Васильевич, правда, закон еще не принят, по новому закону Валерий Васильевич, хоп, и получает двушечку. А что же тогда делать? Хочется же иногда похвалить человека. Вот мост открыл в Балакове. Всего на 10 дней позже обещанного срока. Ну, это не страшно. А слушай, может быть, как в «Гарри Поттере», так вот, как там было-то, тот, кого нельзя называть. Ой, ну какой из Валерия Васильевича Волан-де-Морт? Он и знать о нем ничего не знает. Верно, хотя, может быть, кино смотрел. А, слушай, есть идея. Давай называть его просто «Он», но при этом с большой буквы интонировать так. Он провел заседание правительства. Он принял там кого-нибудь. Прекрасно. Слушай, а давай уже пойдем домой, будем готовиться к Новому году. Завязываем, да? Завязываем, да. Елку купим, гирлянды повесим, то да сё. Только ты не пугайся, Лен. Что опять? Лен, ты понимаешь, вот хирург Золотостанов, он много грантов получил. В том числе и грант на проведение новогодних елок. Ой, ну и фиг с ним, с этим хирургом и его елками. Лен, ты не понимаешь.
Приходим мы как-нибудь домой. В углу стоит елка, там светится игрушками, фонариком. А под елкой, блин, сидит хирург Золдостанов, настойчивый, как карасель, и скалит свои волчьи зубы. Под моей елкой? Да. Жуть какая. Но и от волков можно избавиться. Дело было в январе. Стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться в лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли, как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе. Подумал он, что на горе украшенная елка. Спонсор программы – компания «Электроцентр Наладка».